Ну дергается, но ничего страшного, да. Дергается, базара нет, но, блядь, хотя бы оружие переключается, нет такого бага. Тот баг я знаю, он у меня раньше тоже бывал. Бля, я представляю себя, как будто как кот с короткими лапками, знаете, такой. Я представляю так же себя, когда бегу на поддержке. Блять, я такой медленный, пацаны. Давайте попробуем. Прям вся плазма на меня зашла. Ничего не надо, да? Шприцы нашел. У меня есть эти 3 GPS-ки. Разбейте, если кто-то со снайперкой юзает, то поразбивайте. Да я тебя разобью. Щитки, щитки разбейте. Да блин, ну вот. Пиздец, везучий. Да вот и со снайперкой их надо разбивать, меж долго их разбивать. Он, я вот как раз сейчас их получил. Нахуя так делать? Да один там. Блять, за деревом. Unknown contact using camo. Охуенно, я перезарядился, что не перезарядился. Я буду начинать тогда миссию делать, никто не делает. Давай, давай. Я пошел специально. Там один остался. Угу, два забрал. Спасибо. Две плазмы получил, два шприца. Просветить эту область? Не надо. Окей. Спасибо. Ебать там, нофап один. Пойду что ли сольюсь? Подожди, давай хотя бы вместе. Я мог проехать. Хуй знает, тут никого нет. Сейчас надо будет бомбу найти. О, ну, бэрл. Помогите. Давай, я там рядом пойду. Наверх. Кто-то уже нашел, да? Да. Да. Но я ее поставлю. Кстати, потом надо отсюда убегать, чтобы заловить ничего. Ждать, пока она взорвется. Следующая миссия будет наверху, в середине. Дерево. Какое? Не, я думал, он меня вышел. Все, спрыгнул. Итак, Оми. На сцену. Quick climb. Лидер. Не успел. Блять, а куда он пропал? Ебать. Похоже, я напрыгнул, что исчез. Да, он на вертолет пошел. Да? Да. Нет, я за ним. Он тут где-то. Туда. Туда. Как раз, где у нас миссия, он там. Плазма. На дереве сзади. Он коцанный вроде, он вроде не пролечился. Вроде бы. Ебать, у вас там ботов на мосту, я ебал. Течки ни у кого нету? Блять, теперь он пролечился. Давайте... Вот вперед. Оттуда был, да, звук? One go radio, reinforce. Я нашел. Могу на рацию пойти. Нашел. Я уже пошел.
Убивайте. Ну, никто не поможет. Миссия будет выполнена. Все, убейте, убейте этого по миссии. Кого по миссии убейте, пока не поздно. Чтоб не терять миссию. Готово. Нам Мирё. Забрать по него надо. Бля, он на ветке стоит, импок, тебе пизда. Заберите, шприцы беру. Я не могу, он там пищу. Я сейчас... Стой, я сейчас шприцы возьму и приду. Я тоже заберу эту хуйню. Вы сделайте миссию. Я сделаю, Андрей, я сделаю. Просто тут, ну, хуйня. Ну, я про это и говорил, ее доделать надо. Простяки. Она нормально идет. Я две стрелы пускаю, стрелы не летят. Я не знаю, что. Понятно. Окей. Я вот сейчас две стрелы в какого-то штурмовика выпускал. Меня. Ну мы выбрали, но не то. Это я выбрал. Спасибо мне. Я не видел миссию. Я просто по стоку только смотрю, никто не выбрал. Тишину, пожалуйста. Охренеть, я заряжен отхватил. Привет. Он на мне, не похоже. А нет. Вот. Гранатометом попал на сотку. Слышно. Ты ему пизда получил? А нет. Бля, ёб твою, блядь. Бля, бот убил. Вот против меня стараетесь, а против других как раки играете. Кто старается, я не понял. Не, я хуйню сделал. У меня сейчас плазма пролетела, 3 хп осталось, и я на боту пошел, и бот меня положил. И его мы еще хуже прессуем, чем тебя, Андрей. Данный момент, да, потому что я следопытан, блядь. Эй, гребаный ты бот, как же ты, блин, достал, дядь. Он мне? Меня он нашел рацию. Мне помощь нужна. Я здесь. Нажимай. Не могу. Не надо. Я мороженое ем. А потом шанса не будет. Нет, нажимай, нахуй. Нажимай. Нет. Потом шанса вообще не будет. Не, он правильно. Я могу, я отойду, кстати. Не, подкреп на тебя остается, ты же не нажал. Кстати, у меня шприцов уже как бы нету. Две секунды оставь, я подниму. Оставлю 2 секунды. Даже секунду рискну. Не умирать? Тихо. Вот он, блин. Маску сбил. Да, у него все уже маска дымела в тот момент. Ой. Не поднимай тогда. Не, сэр, нормально все.
Мне осталось половину жизни. А можешь меня добить, Абдула, там глотку мне перерезать? Абдула, добей, пожалуйста, добей, брат. Абдула! На мосту прыгнул, еще раз прыгнул на рацию. У меня пару секунд где-то осталось. Все. Ха-ха, красиво. Убил. Он без маски. А зачем воскрешать, чтоб мы сдохли? Нормально. Пиздец. Я, который на поддержке, блять. Я помню, как успел, кстати. Ну, я говорю, я сегодня не особо не игрок. Я наружно управляю одной рукой, блядь, и на поддержке. Охуенно. ДДР-6. ДДР-6. Хорошая карта. Но горячая. Не соглашусь. Вот 58 градусов. Можно? Здесь, я не слышу ничего. Все. 57. Это что? Ну не, горячие все равно карты. У меня следующая модель очень горячая. Базма. On me. Oh. Бля, ёб твою мать, застрял, сука, блядь, ебалей, сучка. Over there, it's close. О, сакану. Там ничего нет у него. А, миссию. Да, на миссию идет. Бля, давно не видел, чтобы поддержка через лоб. Право прыгнул, Дима. Не, просто у тебя его лучше видно. Да, из-за этого. Я понял. А я слышу его. Ага, понятно, блядь. Тихо. Мачи. Не дал я. Кто-нибудь под крип нажмите. Я оставьте на секунду. Я побегу. Не забуду. А лучше две на всякий случай. Он тут хилится. Не, а сбил ему хилку. Андрей, ты там один. Да, он на мне. Хорошее попадание было. Бум! У нас миссию делает. А, ты на подкрыть? Да, я что, забегу на него. Че, меня не слышал? Я думал, сам надо. А у меня все, я все равно фу, у меня все есть, мне похуй. Можешь навстречу ему бежать? Не надо, нажимай, нажимай. Тебе уже прожимать пора. И ебочки, кстати, расфигачу тут. Да я расфигачу, расфигачу, да, расфигачу. Да. Блять, ёба нахуй. Сейчас, кстати, в игре полтинник показывает у меня сейчас. 51.
Он скрин тебе, Диман, скинул. Окей, я погляжу. И на какой частоте работает? Вот так, такую только информацию могу тебе показать. Не, карта-то я знаю, что там. Не, просто я немножко не соглашусь, что она горячая, нормальная. И, ну и они же разные модели бывают. Ну у тебя шестерка, у меня шестикс, у меня гораздо горячее. А, у тебя икс. У меня икс, да. Да, она горячая. Бля, лидер работает. Давайте, давайте, Капл, еще лидер. А у тебя 70, у меня 80. В 20-м году, в конце. Почем взял? Сотка вышла. Но карт вообще тогда не было, если знаешь, да? Чем? Да. Конечно, майнинг. Майнинг бум. Ну, просто нигде шприцы, не было шприцы. Никаких карт. Шприцы могу прозвонить тебе. Шприцы. Не, не нужно. О, ящик с патронами, вот. А фирму какую взял? Гигабайтовская. И она у тебя как греется? Да сколько в игре? А я тебе могу сейчас рассказать, показать. Я же только что говорил, кстати. Ну, не, просто максималку сколько замечал. Прыгнул. Она, если вкратце, она вскрыта. И она очень холодная в итоге. Нет, я термуху на ней меня. Пацаны, можно дать еще, но я же за ней. Окей, бегаю. Окей. Ага. Бля, после стрима по. Ну я сижу. Так в игре сколько ты замечал максималку? Короче, стрессы. Гораздо жестче игры. Она у меня вскрыта. Заменю тюрьмуху. С вами стамины не хватает для клево, блять, больно играть. Ну ладно, я сознал тебя. Играю в среднем, ну, до 62.